Приветствую вас. Частично я своих коллег поддержу в том, что, ну вот, в том, что они вам написали, да, вот, сказали. Частично я своих коллег поддержу, вот. Частично я с ними не соглашусь, потому что повлиять на своего молодого человека вы можете, но для этого нужно, чтобы вы заявили о том, что, вы не нравится, что вам не нравится, заявили о том, что как бы вы не приемлете для себя, вот. И если вы это не приемлете и вам это не нравится, то либо молодой человек меняет в себе что-то, ну, в своем поведении, в своем отношении он что-то меняет, либо вы расстаетесь. Соответственно, на самом деле все просто. Не обязательно мужчину шантажировать, не обязательно человека как-то вот именно ставить ультиматум, или мужчина это не любит, да и любой человек этого не любит. Вот, история немножко другая, история здесь она скорее именно в том, что вы сказали, что, например, вот мне не устраивает, как у тебя обстоят дела, да, то есть я этого не приемлю, я веду здоровый образ жизни. Это мой выбор, я тебя как бы к этому не принуждаю, да, но мне не нравится. Вот. И, соответственно, я думаю, что мой мужчина все-таки, ну, он как-то должен быть более здоровым, да, более, вот, я не запрещаю тебе пить, но если ты будешь продолжать в том же духе, то мы с тобой будем отдаляться, вот. Или как-то так. Ну, вы можете подобрать любое слово, которое вам больше по душе. Вот. И все, собственно, и вот это вот высказав ему, вы увидите его отношения, либо он захочет меняться, либо нет. И если он не захочет меняться, значит, он не так сильно вами дорожит. Вот. А если вы увидите, что он меняется, значит, он действительно вас ценит и готов что-то делать ради отношений. И вот и все. То есть, как бы, тут история такая, конечно, нужно посмотреть, что вас связывает, что вас объединяет, вот, нужно посмотреть, вот. Но, по большому счету, история здесь такая, просто твердо говорите нет в чем-то, и если вы знаете, какого мужчину вы хотите, то несите за это ответственность, то есть, дайте человеку с одной стороны понять, что вы хотите, а с другой стороны не пытайтесь его поменять, чтобы это был его свободный выбор, потому что я уверен, что вам бы не понравилось, если бы кто-то вас принуждал к чему-то или типа того. Вот. Вот. Так что повлиять на него можно только так. Еще можно повлиять, конечно, показать плюсы здоровой жизни, но это уже очень конкретно и очень опционально. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку в Дратомач, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи!